Здравствуйте, господа. Посмотрите, канал Супер Рэш Ченел. Всем приятного просмотра.
I've obtained an object that resembles a cult group's insignia. Wonderful, Leon. Head back to the church. Ashley's safety is our immediate priority. Selection of good things on sale. What are you selling? Is that all? Thank you. What are you buying? Thank you.
Эшли! Не подходи! Эй, take it easy. Спокойно. Нет, не приближайся. Успокойся. Все будет хорошо. Меня зовут Леон. Я здесь по приказу президента. Что? По приказу моего отца? Именно. Я пришел, чтобы вытащить тебя отсюда. Пойдем со мной. It's Leon. I've succeeded in extricating my subject. Good work, Leon. I'll send a chopper over right away. Where's the extraction point? There's another trail that you can take to get out of the village. The chopper will pick you up beyond there. Got it. I'm on my way. Wait. Follow me. Я возьму девочку. Ты кто такой? Если ты хочешь знать, меня зовут Осман Сатлер, и я глава местного религиозного сообщества. Что вам нужно? Я всего лишь хочу продемонстрировать миру нашу чрезвычайную силу. Соединенные Штаты не смогут держать под контролем мир вечно. Поэтому мы похитили дочь президента, чтобы наделить ее силой, и затем просто отправить ее домой. Нет. Леон, кажется, они что-то имплантировали мне в ногу. Что вы с ней сделали? Мы наделили ее даром. Когда она вернется домой, к папочке, будет веселое празднество. Но прежде, чем отправлять ее домой, хотелось бы получить от президента кое-что вроде пожертвования. Хотите верьте, хотите нет, но на удержание этой церкви уходит немало денег. Сатлер, вера в деньги вас ни к чему хорошему не приведет. О, да, чуть не забыл, мы дали ей дар, пока она лежала без сознания. И я надеюсь, вы оцените наш маленький, но ценный вклад. Когда яйцо расколется, вы станете моими кулаками. И добровольно будете делать все, что я вам скажу. Вы будете полностью под моим контролем. Вам не кажется, что это революционный способ распространения своей веры? Смахивает на похищение пришельцами. Ты в порядке? Леон, что с нами будет? Не бойся. Раз уж мы смогли вляпаться в это, мы сможем и выбраться.
Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you selling? Is that all? Thank you. What are you buying? What are you buying? Is it? Is it? Thank you. Is it? Thank you. Come back anytime. Thank you.
Welcome. Got a selection of good things. What are you selling? Is that all? Thank you. What are you buying? Come back anytime. Leon, I have some bad news. I'd rather not hear it. Well, I'm afraid I have to tell you anyway. We've lost contact with the chopper. Someone must have shot it down, though we can't determine who. Great. We're prepping another chopper for you. Meanwhile, I want you to head towards the extraction point. Got it. Сейчас посмотрим. Давай, быстрее сюда. Леон? Мир тесен, верно? Я смотрю, президент наградил свою дочь баллистической фигурой. Зачем так грубить? Ничего не вижу общего между моей фигурой и моим социальным положением. Вы кто такой вообще? Прошу прощения, ваше высочество. Но, может быть, юная леди сама представится, прежде чем спрашивать имя у других? Эшли Грэм, дочь президента. Она... Не волнуйся, все нормально. Ну ладно. В любом случае, должны сперва появиться какие-то симптомы, прежде чем ты станешь одной из них. Подождите. Ну так, друзья, спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь и ставьте лайки.